какого напитка начинается ваше утро? С утра я пью чай. Черный чай для того, чтобы взбодриться. Кофе я варю дома, но уже где-то в обед. Какой кофе вы пьете чаще всего? Эспрессо. В какой момент стоит продавать компанию? Компанию продавать нужно, несомненно, на пике, когда она стоит дорого. Сколько нужно средств, чтобы открыть кофейню в Москве? Если маленькую кофейню, можно уложиться в 3 миллиона. Можно и в 1,5, но вопрос концепции. Стоит ли открывать кофейню по франшизе? Мне смысла нет платить кому-то за франшизу. Но если человек, первое, неопытен и мало что понимает в этом бизнесе, то ему лучше начать с франшизы. И еще один фактор, второй, почему стоит этому человеку открывать по франшизе. Если он хочет открывать не одну кофейню, а несколько. Какой у вас стиль управления сотрудниками? Мотивационный стиль управления с периодичностью, уходя в директивы. Где вы больше всего любите гулять? Есть центр Москвы, который сейчас есть, золотой так называемый, да? Я люблю гулять там. Каким вы видите свой бизнес через 5 лет? Он будет, само собой, несколько раз больше, потому что я такой человек, я не могу остановиться. Ваш самый любимый праздник? Самый любимый праздник у меня — Новый год. Что для вас означает счастье? Для меня счастье – это семья.